Да. Да. Так что давайте для начала в качестве кого быть на сегодняшнем мероприятии присутствуете? Сегодня я в качестве представителя нашей мэрии, я заместитель городского главы. Я был приглашен на мероприятие. Мне эта тема близка, поскольку сам отдал часть своей жизни вооруженным силам нашим. Служил. Я знаю проблематику наших вооруженных сил, что действительно сегодня большая проблема укомплектованности воинских частей личным составом. Причем, чтобы вы понимали, Николаев на сегодняшний день является самым военизированным городом Украины. Столько воинских частей, сколько находится сегодня в Николаеве, нет ни в одном городе в Украине. То есть у нас очень много воинских частей. И проблематика есть, это я, как я сказал, укомплектованность с личным составом, и что это правильное мероприятие. Чтобы привлекать людей на контракт, надо им рассказывать, показывать, что это служба себя представляет, какие льготы, какие прерогативы имеют наши военнослужащие, что они будут делать в вооруженных силах. Поэтому такие мероприятия нужны, я считаю. Владеете ли цифрами, собственно, неукомплектованность, ну хотя бы общая? Скажем так, что это военная тайна, да? Ну, неукомплектованность, все-таки, это один из печей наших вооруженных сил. Как я уже сказал, частей много, но специалистов не хватает. А сколько конкретно частей в городе и в области вообще? По последним моим данным, около 42 частей у нас было. А в городе? Ну, большинство из них в городе, естественно. А какой процент? Да, когда мы около 30 частей, это у нас в городе. Сколько в области контрактов? Это тоже закрытая информация, но это мы же не знаем, чем нам писать. Информация может не закрыта, но я ей не владею. Не являюсь кадровым руководителем вооруженных сил. Не знаю, насколько она может моя закрыта. Спасибо.